Всем привет, с вами Галактики. Мы продолжаем играть в Dragon Age Inquisition. У нас сейчас два квеста рядышком. Мы узнаем о серых стражах что-то. И посмотрим, что тут с духом озера этого. Так, еще один эмбриум. Ну, бери. Поместить кровавый лотос. Хорошо, сейчас поместим. Так, в воду, наверное, мне туда не стоит, да, идти? Прыгать. Я плавать, наверное, не умею, я так предполагаю. Может, я, конечно, и ошибаюсь. Так, ладно, туда мы потом пойдем. Давайте мы для начала вот поставим здесь флаг. Бамц. Ага. Еще кусочек саги мы прочитали. Так, и кровавый лотос. Давайте поместим, посмотрим, что сейчас будет. Дух озера. Миссия завершена. Что? Все? Оу! Какой-то большой меч военачальника. Интересно. 97 урона по площади. Но это большой меч, да, это все. Все пока что не для нас. У нас как бы группа не рассчитана на двуручники, к сожалению. Ну, как, к сожалению. Мне и маги нравятся, да. Маги тут, в принципе, неплохие. У них и контроль есть, и урон неплохой таки. Поэтому как бы не вижу никаких причин пока что себе брать, менять солоса на кого-то другого. Может быть... Нет, разбойница тоже по-любому должна быть в пати. Замки открывать, так мы вообще без Blackwall. Хорошо, давай, давайте пообщаемся с этим серым стражем, наверное. That's it. Help or get out. We're dealing with these idiots first. Conscripts, here they come. Рекруты какие-то несчастные такие. Кто вы? Просто разбойники? Что-то вы похожи на наших разведчиков, я бы сказал. Давайте сразу что мы? Молнию, наверное, сразу вам туда, да? Вот так. Хорошо. Не очень хорошо зашла, ладно. Ладно. Давай. Во, вот сюда бы, конечно, она хорошо зашла, но... Увы. Good work, conscripts. Even if this shouldn't have happened, they could have... Well, thieves are made, not born. Take back what they stole. Go back to your families. You saved yourselves. You're no farmer. Why do you know my name? Who are you? Позвольте представиться. I know your name because I'm an agent of the Inquisition. I'm investigating whether the disappearance of wardens has anything to do with the murder of the Divine. Maker's balls. The wardens and the Divine. That can't... No, you're asking so you don't really know. First off, I didn't know they disappeared. But we do that, right? No more blight, job done. Wardens are the first thing forgotten. But one thing I'll tell you. No warden killed the divine. Our purpose isn't political. Я не обвинял стражей. I'm not here to accuse, not yet. I just need information. I've only found you.
Where are the rest? I haven't seen any wardens for months. I travel alone, recruiting. Not much interest because the Archdemon is a decade dead, and no need to conscript because there's no blight coming. Treaties give wardens the right to take what we need, who we need. These idiots forced this fight, so I conscripted their victims. They had to do what I said, so I told them to stand. Next time they won't need me. Grey wardens can inspire, make you better than you think you are. Вы ничем мне не помогли. You're no help. I'm no further ahead than I was. Inquisition. Agent, did you say? Hold a moment. The Divine is dead and the sky is torn. Events like these, thinking we're absent is almost as bad as thinking we're involved. If you're trying to put things right, maybe you need a warden. Maybe you need me. Хорошо, добро пожаловать. Warden Blackwall, the Inquisition accepts your offer. Good to hear. We both need to know what's going on. And perhaps I've been keeping to myself for too long. This warden walks with the Inquisition. Так. Хорошо. Хорошо, наверное. Давайте Блэквола тогда возьмем, попробуем вместо Кассандры. Попробуем. Соло соберем и Сару. Давайте посмотрим. Да, Блэквол тоже со щитом. Записка. Обгорелая бумага. Письмо на один интерес сборника, как грабишь беженца во внутри земли. Черни размыты, порасчесть можно лишь несколько предложений. А можешь сдохнуть, пытаясь вернуть себе гребаную солдатскую честь. А можешь пустить в ход все, чему тот сукин сын научил тебя. Потолкуй с моими ребятами. В Ферлдоне никто не узнает, кто ты и откуда. Оно и к лучшему. Там контрабанда, тут вымогательство. Привыкнешь. Так... А, вот, кстати, замок, наконец-то. Первый мы нашли вновь. Что я только что собрал? Фрагмент какой-то. Шапка. Эскиз наруч куртки разведчика. Так, давайте мы посмотрим, а то я опять забуду. А, он чистенький, да? Чистенький персонажик. Это, в принципе, всегда интересно, но, с другой стороны, мы его вкачаем точно так же, как и Кассандру, поэтому я даже не знаю. Даже не знаю. Вот, кстати, притягивалка довольно интересная. Тоже, в принципе, веточка такая интересная довольно-таки, да? Агрит на себя. Безумный бык, кстати. Кстати, да, довольно интересненько. Давайте его вкачаем тогда вот в такую штуку. Когда вы закончите натиск, ваша следующая способность не будет расходовать выносливость. Окей. Вера в сталь. Вы знаете, как извлечь максимум пользы из снаряжения, зарабатывая бонус к броне при активной обороне. Наносим больше урона спровоцированным целям. Интересно. Совершать ошибку и подставляться под удар. Бонус к урону 20%. Ха. Вообще интересно. Направленные на вашего товарища, получаете часть урона от них. Так. Вы уделяете особое внимание защите, что дает прибавку к обороне за каждого врага рядом. Тоже, в принципе, интересно. Mm-hmm.
Бонус при максимальной обороне 25%. Предложение при открытии. Не совсем понимаю пока, как все это дело работает. Доспех для грядущей битвы. Бонус к броне 200%. Тоже, в принципе, неплохо тогда. Блин, я хочу все-таки взять вот одно очко, вложить вот сюда. В мастер боя. Так, почему я не могу взять? Во. В крюк. С помощью крюка и собственных мышц вы подтаскиваете цель поближе к себе. 200 урона оружия. Давайте попробуем взять тогда вот так вот. Так, и... А, все, 0 очков у нас уже осталось. Надо было вот эту штуку взять. Так, давайте тогда снимем что-нибудь. Вот это вот снимем. А вот это вот возьмем. Чтобы наш отряд больше наносил урона с провоцированным целям. Тоже довольно интересно так. Давайте попробуем вот так вот вкачать Blackwall. И крюк очень классная штука. На самом деле... Попробуем походить вот с таким вот танком, да? Так, еще добыча. Полотно. Давайте зайдем в дом к нему, да? Как я понимаю, он тут живет. Посмотрим, что. Так. Except for the breachy bits. And when you looked past the breach, as perhaps you were drawn to do. Greenish? Then clear a long ways and kind of felt like falling. Ugh. Так, ребятки, ну нам, походу, все-таки вниз именно, да? Храмовники в западне. Война магов и храмовников выгнала людей из домов, вся местность в опасности. Да, пойдем сейчас сюда, наверное. Смотреть, что у нас тут. И потом к астрариуму, а потом, наверное, уже куда-то сюда. А, и помогли, может быть, сюда. Да, в любом случае, нам уже вниз. Пошли. Оп, лотос, давайте соберем. Так, отдыхать нам не надо. В принципе, если что, да, мы всегда можем вернуть Кассандру. Кстати, надо по инвентарю посмотреть, что там... у этого товарища есть. У него свой какой-то собственный меч, да? 61 урон в секунду. Так, двуручный нам не нужен. Клеймор тоже двуручный, понятно. Большой меч военачальника. Вот это вот, конечно, серьезная такая тема. Так, понятно. Давайте щит мы посмотрим, какой мы тебе можем дать. Храмовничий, 8 уровень. Ну, давай вот этот возьмем. Чуть-чуть получше, как-никак. А из доспехов... О, кстати, я могу капюшончик вот этот себе уже одеть, да? Или кому-нибудь. Себе, наверное. Или ему. Все-таки, как ни странно... А, нет, 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 нет. Пусть у него будет с дополнительной защитой. Шлем у него хороший, кстати. Нет, вот этот получше. Этот получше. Согласен. Так. Доспешек. Давайте пока этот оденем. 67 брони. 60. Давайте, кстати, можно просто вот так вот посмотреть. Да, 67 это самый тяжелый доспех из всех имеющихся. 64. Кстати, как ни странно, доспех разведчика. Он 82 защита. Давайте мы, может быть, этот Насару оденем тогда. 84. А у нее и так на 84. Ничего себе. Как-то странно. Как-то очень странно. Так, аксессуары. Безумный бык, вихрь, военный рог. Ничего из этого у нас нету.
давайте оденем вот это кольцо критического удара. У него мало критических ударов. Давайте мы критического удара колечко оденем вот Саре. Угу. Это уже хорошо. Так, ну и все. Блэквелл больше ничего интересного одеть на себя, по идее, не может. Разве что какие-то детали тут у нас есть. Но эти детали, как я понимаю, мы никуда всунуть не можем, фактически, да? Да, уничтожить. Можем переместить в ценности. Хорошо, хорошо. У Кассандры там, по-моему, доспешек был поприятнее, поинтереснее. В любом случае, пошли, будем спускаться. Хотя мы можем... Блин. Раз мы еще не совсем спустились, давайте сейчас возьмем Кассандру в пати на секундочку. И посмотрим, что на ней одето. Тут надо всегда, наверное, раздевать персонажей. И как минимум, по-моему, у нее меч хороший. Я думаю, тут быстро. Вот тут дудочка у нас есть. Давайте берем так, Кассандру, Блэквелла и, допустим, Солоса, да, подтвердить. Теперь Кассандра, мы с тебя забираем вот этот вот меч. Забираем с тебя щит. Ну, да, 80, как-никак, броня неплохая. А максимальное здоровье 18. Мне кажется, что 18 здоровья — это не так уж и много, да, наверное. Или давайте оденем кому-нибудь другому шапку ее. Колечко, колечко. Вот это заберем, все заберем, все с нее снимем. Будет она у нас голенькая. Как ни странно, она все равно не голенькая. Так, ну давайте сейчас еще раз проверим, правильно? Правильно, пустая. Пустая Кассандрочка, давай, так, мы теперь берем, может, кстати, и Варика тоже раздеть еще, на всякий случай. Может, у него там, хотя у него, наверное, старые совсем уже вещи, я не думаю, что там было бы что-то интересное. Так, берем, угу, берем Солоса и Сару, подтвердить. Так, а теперь давайте посмотрим, у нас лишняя, куча лишнего оружия. Белого, да? У нас сундука нету случайно какого-нибудь где-то, чтобы мы могли оставить все ништяки, короче, и все, допустим, синие вещи. Продавать я их не хочу, вот. Да, этот мечик явно уже получше будет. Хорошо. Так. Теперь щит. 8-8-8, да. Щит пока у нас нормальный. А вот из доспехов, да, из доспехов, вот, вот это серьезно уже. Выглядит, конечно, не очень, да, но... Все-таки так, смотрим. Защита от дальнобойных атак. Давайте по шапкам пройдемся быстренько. Эльфийский капюшон. Капюшон защиты от огня. 16 уровень брони. Ну, я даже не знаю. Да, давайте я одену его. Допустим. 3 защиты в ближнем бою. Вот. Это такой же. 18 максимального здоровья. О, плюс 3 атака. А, это для Кунари чисто. Понятно. Тут что ни крути, а все лучше по броне. Так. На тебе тоже, наверное, эльфийский капюшон. Окей. Окей, и... Заявочки. У нас есть целебная микстура. Создаем предмет. Хорошая целебная микстура может вылечить много раненых. Награда плюс 1 к силе. Окей. Влияние еще плюс 1. Все, новых пока нету. Хорошо. А, кстати, да, давайте по зельям еще тоже пройдемся быстренько. Нам надо добавить мне. Кассандра.
Blackwall. Вот, кому нам надо зелье добавить. Тут, видимо, все наши ребята, да? Солос и Варик тут тоже, я понял. Я понял, почему у некоторых наших персонажей не было зелий. Хорошо, все, мы готовы отправляться. Мы, да, потратили немного времени на все это безобразие. Давайте посмотрим, как мы можем тут... Мы можем вот здесь вот спуститься, не прыгая там со скалы, наверное. Давай, давайте как нормальные люди пойдем все-таки. Ну, я надеюсь, что мы сможем здесь спуститься, как нормальные люди. Еще железо пособираем по дороге. Да, как раз. А, это та вот местность горящая, да, которую мы пробежали. Давайте. Осмотримся тогда здесь. Что тут есть интересного? Тут дома, как минимум, горящие, хранящие в себе тайны. Так, еще какие-то ребята не очень дружелюбные. Ну, поехали. Так, давайте сразу молнию сюда. О, даже ящики ломаются. Прикольно. Да, куда-то Blackwall побежал. Вот, смотрите, как крюк хорошо работает. Крюком очень удобно от меня, да, забирать против... И опять он куда-то побежал. Куда ты таранишь тут всех? Что происходит? Зачем? Так, ну мы со щитами так довольно плохо, по-моему, сейчас все сделали, что получили много урона. Blackwall получил много урона. 90. Хорошо. Инвентарь полон. Нет. Я не хочу ничего выбрасывать. Что же делать? Что же делать? Кортики нам надо? Нам кортики не надо. Давайте мы эти два вот кортика уничтожим. И это тоже уничтожим. Кунарийских боевых топоров тоже давайте. У нас их там, я не знаю уже, сколько осталось. Уже, наверное, очень много. Еще очень много даже осталось. Так, огненный посох послушника нам пока не надо. Пробивной лук. Лук пока мы оставим, наверное. У нас два одинаковых. Давайте тот, который похуже, тоже уничтожим. Кинжальчики вот эти тоже старенькие. Они нам не особо нужны. Так, а теперь бери этот доспех. И Blackwall его оденет сейчас. Я надеюсь, что он будет... Нет, он не покрасивше. Он не покрасивше, к сожалению. Я думал, он будет более красиво. Так, такой доспех мне что-то не очень нравится. Ну да ладно. Ерунда все это. Так. А? Гномье рунаделие. Изготовитель рун. Бла-бла-бла. Сила, выдержка, бла-бла-бла. Так. Что, все, больше ничего нет? Вот это я. Или мы можем туда забраться, а? А? Как, а? Фрагмент мозаики я нашел какой-то. Найдите 12 фрагментов мозаики. Какая мозаика? Что там? Осколки. Ага, вот он. Стоп, а ты как сюда забрался-то? Или нам не надо было... О, как все хитро. Нам даже не надо было дверь взламывать. Ну да ладно. Так, давайте сейчас попробуем еще разок. Вон тут ребята собрались как раз. Да? Давайте мы им бахнем молнией немного. И сразу щит на Blackwall, и как раз вот на нас. Попал щиток. Хорошо.
Ну, давайте пока. Вот сейчас Блэквольчик должен всех. Боевой клич, да, у него боевой клич всех на себя агрит. По идее, да, все трое спровоцированы. Хорошо. Давайте мы даже вот этого вот дальнего притянем крюком сейчас. Крюком, крюком, неважно. Но урон он получает, конечно, побольше, чем Кассандра, по-моему. Даже не знаю, как-то вот Кассандра довольно неплохая таки была. Black Wall даже... Даже не знаю, надо... Надо поэкспериментировать с ним. Еще кто-то. Оу. Больно. Это было больно. Так, стоп. Давай-ка крюкани его. Давай, давай, забирай. А, не попал? Ты типа не попал или что? Я не понял. Забери его. А теперь давай вот так вот. А теперь вот так вот. Хорошо. Хорошо. А я тем временем... Не-н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 е
Вот это я, мол, не хотел зарядить, да. Так. Окей. В принципе, нормальненько так. Я думаю, если взять еще ему с танковской ветки пару навыков, то будет тоже вполне такой себе хороший танк. Так, не знаю, не уверен, что я буду собирать все эти 20 камней. Чтобы мы не тратили время впустую, да. Так, я хотел карту посмотреть, вот что я хотел. Ну, давайте вот эти 4 соберем. Они тут все вроде бы близко должны быть. Остальные, может, если будем, и будем, да, если собирать, то уже когда появится у нас лошадка. Когда мы сможем сесть на лошадей и промчаться. Так, там мы были. Оттуда мы пришли, походу, поэтому не будем туда возвращаться. Тут у нас какая-то крепость. О. Так. Ну, что, поехали сразу? Поехали сразу, да? Солос на нас наложит щит как раз. Ага, наложил только на меня. Исключительно. Стоп, ребята. Попал, хорошо, пошли. Куда они? Стоп. Что там происходит? Куда вы все побежали? Они типа отступили походу, да? А мы за ними погнались, как олени. Так, хорошо, давайте тогда с вот этим первым разберемся. Так, Солос, живи. Солос, не Солос, а... Да. Black Wall. Так, а вот молния сюда очень хорошо зайдет.
Сюда вот очень хорошо зайдет молния. Так, как мне тебя выделить-то? Я знаю как. Вот так. Так, этого добьют. А вот молнию давайте я сюда таки заряжу. А этого кастует барьер. Кастуй, я не против. Я не против. Ты добивай этого. Хорошо, в принципе. Все. Солос, теперь давай добивай вот этого товарища. Тут ему недолго осталось. Все, отлично. А, так, к нам тут никто не подходит. Нет, к нам никто не подходит. Давайте я кину сюда. А, стоп. Нет, я хотел вот эту штуку кинуть. На Блэк Уолла, который... Мчится куда-то. Хорошо. Хорошо так мчится. Пусть мчится, я не против. О, вот так вот хотел кинуть. Как раз на этих двоих можно очень хорошо так эту защитку кинуть. На случай неприятностей каких-то. Куда ты полетел? Что происходит? Или он тут рандомно так себе летает? Этот заступник, он так ничего нам еще не сделал, да? Он такой стоит, типа, не при делах тут и все. Воу-воу-воу. Так, давайте я выпьем что-нибудь и щит вам сюда заброшу. Вот так, хорошо. А я надо или пить, или забрасывать щит, да? Я понял. Ладно, тогда мы пьем. Хорошо, с этим справились. Давайте и Солос тоже по этому лучнику постреляет немного. Так, а мы тем временем... Этого мы... А, видим, все нормально. Или даже вот так вот. Успею я, интересно. А, да, у них тоже точно так же работает эта штука, как у моего... Плохая тема, плохая. Мне не очень нравится. Вот этот чарж такой в никуда, в стенку просто. Меня он немного смущает, если честно. Еще кусок мозаики какой-то. Я даже не помню, что там за мозаика. Чуть там тут собираем такое. Форт Коннор был построен молодым Эрлом Эмоном после изгнания орлесианцев из Ферлдена. Имя свое Форт, как и сын Эрла Эмона, получил в честь отца. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Был уверен, что Рэдклифф должен заявить собой... Являть собой ярчайший... Я начитался. Ярчайший пример несгибаемой силы Ферлдена. Форт Коннор же, по его замыслу, был построен для наблюдения за королевской дорогой и защиты внутренних земель от любого врага. Во время Пятого Мора Форт доказывает свою стойкость против орды порождений тьмы, и лишь эмиссары смогли нанести ему урон. Эамон с гордостью говорил, что Форт Коннор уязвим только для магии, а для защиты от нее слева слава создателю есть храмовники. Ну, видимо, храмовники уже не справились тут, да? Не справились, видимо, с защитой этого форта. Наша магия оказалась сильнее. Посох отступника, амулет выносливости. Воин или разбойник. Плюс 10 максимальная выносливость. Ну такое. А, мы, кстати, этому не дали Блэк Уоллу амулетов, по-моему, никаких. Или дали, я вот не помню, если честно. Надо сейчас будет проверить. Амулетов и колец. Безумный бык. Да, безумный бык. Можно тебе давать что-то. Чтобы дольше длилось твое безумство. Ну, на тебе поясок защиты от холода, почему бы и нет. Давайте я тебе отдам амулет силы все-таки, а не выносливости, наверное.
наверное. Так. Вихря военного рога. Вызова на поединок. Вот что я тебе лучше возьму. Так. А что у тебя было до этого? По-моему, это же и было, да? Ладно, я запутался. Пошли, короче, отсюда. Давайте прочитаем еще тут. Записочка какая-то есть. Лагерь храмовников. Братья, прислушайтесь к гласу Создателя, не спаславшего нам долг наш уничтожить этих магов. Подняв восстание, они сами лишили себя права на жизнь. Они не люди, и любые приказы, в которых говорится о прекращении этой справедливой праведной битвы, лживы. Это испытание, посланное им, чтобы различали мы верующих и глупцов. Наш лагерь у западной дороги. Вступайте в наши ряды и сразитесь за правое дело». Так. Все. Так, а мы там флаг поставили? Да, поставили. Хорошо. Давайте, следующий квестик, который у нас тут рядышком тоже есть. Где-то вот здесь, да? Давайте мы его сразу пометим. Записончик еще один. А мы должны быть готовы сражаться не только с магами, но и с их сторонниками. Разве не магия крови? Маги обманывают излишне доверчивых. Разве люди не паства, готовая пойти за теми, кто властно говорит? Людей нужно защищать от магов. Это наше право и наш долг. Но как же те, кто поставляет им лириум? Те, кто предлагает пищу и кров? Те, кто увиливает от своего долга снабжать нас всем необходимым для праведной битвы? Все они сторонники магов, возлегшие с демонами, могущие породить только монстров, и, следовательно, подлежат они умерщвлению. Мы выступим из лагеря у западной дороги и вступим в войну, которая завершится только тогда, когда очистится этот мир. Почерком с завитушками письмо написано, да, это очень, очень важно. С завитушками, наверное, деваха какая-то писала, да? Раз с завитушками. Мужики с завитушками не пишут. Так, давай. Давай, безумный бык. Давай, оп. И поехали. Давай, вот так вот. А, мы я понял. Ну давай, сейчас мы через несколько сразу ребят пройдем. Давай. Вот это я ему кольцо, конечно, дал. На 30% дольше действия, и он погнал. Вот это... Нет, надо от этого избавиться. Это не совсем то, что нужно. А вот тот чарж, который был у Кассандры, он немного получше, как ни крути. А это... Это не дело. Так, вот он возвращается. Возвращается. Так, щит мы сейчас, да, закинем. Мы сейчас закинем щит. Все, можем уже кидать ему щит. Так, это щит. Ага. Солос, тебе надо подойти немного, чтобы кинуть щит. А мы тогда щит на двоих как раз сразу же кинем. Отлично. Супер. Так. Хорошо, молния зашла. Давайте будем продвигаться вперед, потому что и щитом сразу кинем нашим ребятам. Потому что получать урон здесь, ну, вообще не ок. Бутылки слишком дорогие. Так, сохранимся еще разок, на всякий случай. У нас есть большой сундук. И с этих ребят что, не осталось никакого лута? Интересно. Так, рукоять для парных клинков. Вон что-то было. А, это кусочек железа. Не, ну кусочек железа тоже надо. Так.
Ага, корешочек. Ну ладно, мы за ним не пойдем уже. Надо нам уже серию заканчивать. Так, давайте присвоим эту территорию. Сломанный мост. Этот мост разрушили не так давно, скорее всего, во время боя между магами-отступниками, мятежниками, храмовниками. Ага. Давайте, давайте, нас ждет еще один бой. Хорошо, парализован. Так. Окей. Солос тоже пока просто стреляй. Ну, а дальше ребята тут разбираются, пусть. Так, дружок, давай-ка с вот этого начни. Давай его в спину и к себе. Вот это классно. А теперь, да, таунт на всех. Ну, а дальше разбирайся тут, как тебе больше нравится. Отлично, я как раз хорошо так щитом закинул сюда. Так, давайте, мы того практически добили. Сейчас АУЕшечку сюда еще кинем. Все. Разобрали одного товарища. Все, вроде. Кровопускатель. Что же я тут не вижу в очередной раз? А, кусочек железа. Опять же кусочек железа. Ну, надо, надо собрать. А, так, и что у нас тут? Храмовники в западне. Слушайте, может, не надо было их убивать? А, или нам, может, наверх надо подняться куда-то? Или куда? Нет, вроде бы где-то здесь. Не совсем понятно. Лагерь храмовников найдено. The Templars must have taken that fort up ahead. Так, хорошо. На западе, а не в западне, да. Хорошо, мы в следующей серии, наверное, будем таки штурмовать этот фортик небольшой, да. Вот, ну а пока что, ребят, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, всем пока. И увидимся в следующей серии.